Здравствуйте. Догадайтесь, как называется эта птица? Феникс. Конечно же, феникс. Ну, из которого я ничего не вижу. Ну, мы посмотрим вот так. Копейки в этот колодец, чтобы мы сюда все вместе приехали. Это желание я загадала. Так, здесь стоит колодец. Поэтому меня не интересует, Максимова, твое мнение. Я бросила туда копейку. Вон там много копеек лежит. Ну и моя тоже где-то. Где-то там в колодце лежит моя копейка.